Добрый день. Приобрели сегодня в компании Online Trade принтер МФУ Бразер MFC L2700 DNR. Тут же на коробке написана его комплектация. Комплектация сам принтер. Стартовый картридж на 700 страниц, барабан, инструкции, диск, кабель питания и кабель телефонный. USB кабеля нету. Приобрели, потому что уже давно пользуемся техникой Бразер. Весьма надежная, плюс от производителя гарантия 3 года. Это вызывает уважение компании за надежную технику. Компания уверена в своей технике, поэтому дает такую гарантию. Так мы считаем. Так, кабель телефонный, инструкция, диск, еще инструкция, большая пачка. Кабель питания стандартный. Сам принтер. Достал принтер, вот он в пленке весь. Нужно отдирать все эти синие пленки. Не открывается, закрыт. И стартовый картридж в вакуумной упаковке. Сейчас буду распечатывать, снимать всю пленку. Так, распаковал принтер, все снял. Заряжаем, достаем барабан. Картридж вставляем в барабан. Потрусим чуть-чуть, чтобы его тонер распределить. Бумага. И включаем. Так, сейчас. Да, пилот был не включен. Включил пилот. Включаем принтер. Первое включение его. Загудел, пишет, подождите. Подождите. Только факс. Сканирование. Проверьте кабель. Правильно, к компьютеру не подключен, значит проверьте кабель. Копирование. Сейчас проверим копирование. Берем любой листок. Старт. Отлично, я скопировал, что очень быстро включился, очень быстро начал копировать. По поводу интерфейса еще хотел сказать. Помимо USB, здесь есть сетевой интерфейс. То есть его можно воткнуть в сеть, это один из тех моментов, по которым, ну, тоже выбор был исходя из того, что его можно воткнуть в сеть. Модель, еще раз, L2700 DNR. N-ка, скорее всего, как раз таки говорит, что Network D, скорее всего, то, что он может работать в двусторонняя печать. Вот интерфейсы для факса, если кому необходимо, но мы им не пользуемся. Факс, наверное, уже отмирает, уже все электронная почта, а то и другие мессенджеры, WhatsApp там и прочее. По функциям, по принтеру еще хотел сказать то, что сразу куплены расходники NVPrint. Показал работу с ними весьма неплохо. Принтер подобный уже стоит на производстве года полтора. Отпечатали около 15 тысяч страниц. Печать нормальная. Иногда на том принтере, да, кстати, с автоподатчиком сканер. То есть до 30 страниц можно сюда класть и будет автоподатчик. Вот, на том принтере ролик
ролик, который захватывает бумагу с автоподатчика, немного расслаблен, и его необходимо прижимать рукой, либо ребята клали сюда вес какой-нибудь, пару книг, тогда он прижимает лучше и, соответственно, берет страницы без протяжки и без застревания. Опять-таки, везде указано гарантия 3 года при соблюдении условий, конечно же, но тем не менее 3 года при стандартной печати это большой срок. Кстати, нужно еще момент прояснить. Гарантия сохраняется ли при использовании этих картриджей на устройство? А то, может быть, и не стоит ими пользоваться. Ну, в общем, каждый берет на свой страх и риск, поэтому решение за каждым. Вот еще одну не отодрал полоску пленки. Есть. В общем, вот такое вот устройство. Мы им уже таким пользуемся, купили второй. Поэтому в целом МФУ хороший, рекомендую. Единственное, что по поводу картриджей нужно уточнить, сохраняется ли срок гарантии.